Привет всем! С вами Дмитрий Армола. Это мое первое видео для канала Guitar Tech. Сегодня мы рассмотрим кавер моего студента на соло Бон Джови из композиции Have a Nice Day. Итак, кавер. Сейчас я покажу, с какими трудностями нам пришлось столкнуться в процессе разбора этого несложного на первый взгляд соло. Здесь есть несколько моментов, которые вызвали затруднения. Я не говорю о бендах как таковых, в которые нужно точно попасть, в которых нельзя допустить паразитных спусков. Эти моменты служат отличным показателем того, насколько хорошо гитарист владеет бендами. Следующее, вот этот double stop. Здесь необходимо было объединить бенды и остальные играемые ноты. Причем, внимание на первый бенд. Нужно следить за тем, чтобы он переходил в следующую ноту без преждевременного спуска, а именно вот так. А не так. Но дальше есть вертушка, которая способна вызвать затруднения, особенно опять же со спусками бендов. Скорее всего, если у вас нет предварительной специфической подготовки по бендам, это будет выглядеть примерно так. То есть вот этот бенд, переходящий в до диез, будет сначала опускаться, а уже затем переходить в эту ноту. И фраза будет моментально терять весь свой напор. Как это ни странно для многих, Ричи Самбора достаточно крут в своем амплуа, и он является отличным примером того, что техника заключается не в поливах 16 или 32, а техника заключается вот в таких несложных на первый взгляд вещах, которые зачастую требуют более глубокой и серьезной подготовки, чем разные скоростные переменные штрихи и так далее. Поэтому занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитаре. Подписывайтесь на канал Guitar Tech, на мой канал и, конечно, приходите ко мне на уроки. Все ссылки в описании. До скорых встреч!